Приехал в авиаклуб. Вон стоят самолетики. Сейчас пойду узнаю. Может, самолет арендую. Полетаю по Алтайскому краю. Так, надо подготовиться. Следующий, ребят, моя жизненный этап, жизненная ступень. Я стану пилотом, куплю себе Cessna и буду летать, как птица, над Африкой. Вон он, Cessna 172 стоит. Сейчас, если в аренду дают, я ее возьму в аренду. Похер, какая будет цена. Цены вопроса вообще нет. Леха все решает. По-другому никак. Алтайский край очень красиво, обалденное место. Душевно.